Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні на гостях економічний експерт Юрій Атаманюк. Вітаю вас. Добрий день, дорогі телезрителі. Добрий день, Діма. І перше, що цікавить, я впевнений, що більшість українців, це чому наша податкова зараз при новому керівництві почала збирати менше податків. Нас кудись зник бізнес чи як? І чим це пояснити, що там, як виразився наш гарант, збирають не податки, а більше лайки? Чому так сталося? Ви знаєте, время так швидко летить, що вже... Наше руководство и налоговые службы, и таможенные службы, потому что это два органа, отвечающих за сборы в бюджет, их уже сложно называть новыми, потому что они пришли реально в августе месяце Якого к руководству року? Прошлого года, да, в августе месяце, да. Реформа разъединения государственной фискальной службы началась в первом квартале прошлого года, то есть год назад. И начали эти органы действовать уже как самостоятельная налогово-таможенная служба осенью прошлого года. С учетом большой критики в отношении их и того, что уже Кабмин поменялся, то очень надеемся, что они уже будут старые руководители, а не новые. Потому что, конечно, их надо менять. Почему это происходит? Ситуация очень простая. Ничего не поменялось. Это бездарное руководство, непрофессионализм с одной стороны, с другой стороны кричащая коррупция. Если мы говорим по налоговой службе, знаете, вот очень много звучало, что было плохо там, 10-е до Майдана, да, что во времена Януковича существовали так называемые площадки оптимизации, называли их 14, потом 7. При этом ни одного руководителя площадки, ни одного банкира, которые вот были банки, банки-площадки, да, там Банк Союз был одна из площадок, там Финбанк был площадка, другие, ни одна из этих площадок, ни один из акционеров банка не пострадал. Это говорит о том, что с ними просто банально в 2014 году со всеми подоговаривались. А сейчас дошло в налоговой службе вообще до интересной ситуации. Сейчас площадка одна. Площадка одна во Львове, есть конвертатор такой. Это банк? Нет, это площадка, так называемые, это конвертаторы, которые предоставляют документы на налоговый кредит. Ну, что имеется в виду так, чтобы зрители понимали? Вот импортер завез, например, вещи, одежду. Эта одежда поехала на 7-й километр в Одессу, продается за наличку. У импортера остались документы. То есть товар ушел, он взял наличные деньги, а документы остались. Что вот у него есть складской остаток на складе, вот якобы одежда. Ну, на сумму там 100 миллионов гривен, в которых 20 миллионов налог на добавленную стоимость. Он выходит на реальный сектор экономики, на то предприятие, которое должно уплатить налоги, ведя хозяйственную деятельность. Например, сеть заправок ОКО, да, один из крупнейших потребителей вот такого искусственного налогового кредита, это сеть заправок ОКО, например. И с помощью конвертаторов, таких вот как Костюк, да, они делают на себя, на свой конвертационный центр, на юрлица, которые участвуют в этом, делают бестоварную сделку, якобы они купили эту одежду, а от себя они отпускают уже ту продукцию, которая нужна данному предприятию. Если смотреть по информационным ресурсам, то как бы видны товароматериальные ценности, которые зашли на территорию Украины с уплаченным налогом на добавленную стоимость на таможне. И вот если не углубляться, не смотреть первичные документы, не смотреть, какие конкретно товароматериальные ценности, ОКО, сеть заправок, оно же не одеждой торгует, правильно? Оно же торгует бензином. Ну, известно так. И вот таким образом играют... Без налоговой службы, которая видит импорт, которая видит вот эти транзитные предприятия, которая видит в онлайне, какие товары зашли, какие вышли, какие продаются,
которые выходят на аудиторские проверки реального сектора экономики по поводу их финансово-хозяйственных операций, без налоговой службы это невозможно. В теневом рынке существуют определенные таксы, да, что такие документы продаются под 15% от оборота, потому что если заплатить налог на добавленную стоимость, если заплатить налог на прибыль, если еще предприятие играется с зарплатами в конвертах и нужно налоги на зарплату то уплатить, то предприятие там вместо 45% платит 15%. Да? С этих 15% раздаются львиная доля налоговикам. Ну а можна цю схему назвати оптимізацією оподаткування чи ні? Чи тут чистий кримінал? Нет. Оптимізація – це коли, ну от, коли ви все робите в правовому полі. Коли у вас є магазин, условно, ви можете продавати товар через кассовый аппарат как юрлицо, да? А вы можете как частные предприниматели в правовом поле работать, вот у вас будет там 10 частных предпринимателей, работники вашего магазина, и те лимиты, которые государством позволены, каждый предприниматель будет выбирать там по очереди на свои товары. Вот это называется оптимизация. Вот это в правовом поле. Оптимизация – это законная ситуация. Это когда ты знаешь налоговое законодательство глубоко, знаешь нормы закона, ты выбираешь ту или другую модель, как выгоднее тебе работать. Это супер, это нормально, это грамотно. Но когда идет банальное воровство, когда идет... При этом это коррупция, при этом это отягощается взятками, при этом работает группа лиц, при этом конвертатор дает своего юриста по фамилии Кондра. Да, инсайд же полностью есть, все знают. Еще все и этот юрист, вдумайтесь, становится одновременно помощником бывшего министра финансов Маркаровой и становится помощником главы фискальной службы Верланова, да? Ему ж нужно это все координировать между ними, чтобы синергия была. Ну, есть инсайдерская информация, сколько по месяцу получает министр, бывший министр финансов и глава налоговой службы. Понимаете, они заводят людей. Вот и яка, до речі, в них премія, якщо поцікавитися? І яка, до речі, в них така в лапках премія? Информация инсайдерская говорит о том, что якобы на прошлого министра финансов учитывали $1 млн в месяц, на действующую главу налоговой службы Верланова якобы учитывают $500 000 в месяц. Ну, тут, в принципе, если сравнивать с «Нафтогазом», то у них еще аппетиты более скромнейшие, я так правильно разумею. Если «Нафтогаз» получает в правовом поле свои вознаграждения, это может людям нравиться, не нравиться, это вопрос тех, кто подписывает контракты, насколько это, скажем так, коррелируется с средними зарплатами в Украине, насколько это коррелируется с их финансово-хозяйственным результатом, успешностью, развитием компании, это пусть оценивает новый кабинет министров. Это не наше поле. А здесь мы говорим о банальных взятках, об организованной группе лиц, об вымывании денег из бюджета. А если все самое даже страшное, почему никто не сидит? Дим, последняя теза, извини, пожалуйста, я закончу мысль. Самое страшное в этом даже не это все. Это, знаешь, так, незаконное перераспределение незаконно полученных доходов. Страшно в этом другое, что бизнес ставится в неравные условия, что сеть заправок, которая работает с оптимизаторами, получается в более выгодных условиях, чем те, которые работают законно. И получается, бизнес не живая и здоровая конкуренция, а бизнес – это тот, у кого есть договоренность с коррумпированным чиновником. Вот это убивает бизнес. Вот это не дает нормального правового поля. А если вот подивитись, ну действительно, если все відомо, фамилии, сколько, кто, где и как, чому правоохоронна система не реагує на це? Ну, це ж очевидно, важко не помічати. Дім, а от общество і возмущено, не просто так же сняли рябошапку. Тому що все це було, і Генеральна прокуратура в силу незнання, в силу непрофесіоналізму, в силу відсутствия того органу, який допомагає плохому танцору танцювати, правильно? Вот. Те злочинные халатности. Ничего не сделала. Потом есть вот эти так называемые соросята, которые очень защищают Сытника. Да, вот сейчас идет процесс, вот хотят Сытника снять. А у меня возникает вопрос,
а не надо защищать или не защищать. Вот не надо цифры говорить. Вот там наш сытник выходит, когда отчитывается, он говорит, у нас 80 производств, у нас 120 производств. Мы там наложили арест на какие-то там миллионы непонятно каких-то аморфных людей. Возникает к сытнику простой вопрос. Ну вот, НАБУ, вот ты владеешь этим НАБУ. Вот под тебя создали специализированную антикоррупционную прокуратуру. А ты суды. Суд тебе уже создали. Ты просил возможность прослушивать телефоны? На. Ты просил полноценный орган со своими техническими возможностями, силовыми возможностями. Ну все тебе дали, на. Назови одного, вот одного топ-чиновника, которого вы довели до суда и получили приговор за эти годы. Если еще Государственное бюро расследований, ну, не, недавно достаточно начало работать, да, но НАБУ начало работать где-то там в 2015 году, то есть прошло 5 лет. Что мы помним? Мы помним скандал, что он поехал в Лондон с женой, и там были непонятные вопросы по оплате этой поездки. Mm-hmm. Мы помним скандал, что его внесли в реестр коррупционеров. Ну, это анекдот, да, руководитель антикоррупционного органа находится в реестре коррупционеров. Мы помним его скандалы с генеральным прокурором, с руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры. С полученными штатами, наверное. Да, все что угодно. Мы помним различные телешоу, да, вот. Забежали куда-то, схватили кого-то, на носилках или там не на, на инвалидной коляске, или там еще на чем-то, куда-то какого-то чиновника, стремительно заболевшего, куда-то начали носить, куда-то начали водить, да? Шум, гам в прессе, пресс-конференции, все хорошо. Результат где? Вот есть топ-чиновники, одного министра покажите, одного народного депутата покажите, одного руководителя госкомпании, государственного банка. Да? То есть все грязное в экономике, все потоки финансовые работают, ни одного результата нет. Так этот орган подтвердил свою, ну, эффективность? Не подтвердил. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим, почему так происходит, действительно, если сегодня взять там Верлана в конвертационный центр, забить в интернет-ресурсе, угу, то будут показаны, кто конкретно, каких лиц завели со Львова десант, на какие должности поназначали. Будет видно, кто конвертатор. Будет видно абсолютно четко все названия юридических лиц, которые участвуют в этих схемах. Все это есть. Бери, устанавливай эти юрлица, бери, устанавливай, извините за жаргон, налоговая милиция прекрасно знает, как это делать, фунтов, которые типа там должностными лицами числятся, которые скажут, откуда я знаю, что это тут за оборот 200 миллионов гривен, 300 миллионов гривен. Понимаете, уровень бизнесмена, у которого 300 миллионов гривен оборот в день. И перечень товаров там, количество наименований на 80 страниц. Но это эпицентр только может быть, ну, похвастаться такими оборотами. А тут какая-то фирма «Рога и копыта», которая через полгода уже закрывается. Возникает новая, по тому же юрадресу, те же должностные лица. И это все понимают. И кто-то принимает декларации у них налоговые, понимаете? И кто-то делает аудиторские проверки у реального выгодополучателя. То есть если это все свести на уровне Генеральной прокуратуры или на уровне Национального антикоррупционного бюро. Досить швидко можна нарисовать вот эту схему. Да, вот импортер, вот ушел товар, вот остался налоговый кредит, вот кредит пошел на транзитное предприятие Львовской области или Киевской области, где тоже десантник сидит. Да. Вот там пошел пересорт. Видно, зашел один товар, вышел тот товар, который нужен заказчику. Вот приехали на заказчика, все это свели, всех одновременно допросили, всех сделали очные ставки. Все налоговики, которые принимали в этом участие, прямое или опосредованное, допросили, сделали очные ставки, предложили людям с удовольствием, они согласятся на сотрудничество со следствием, и все. Угу. И все, 10-20 дней и пошли с наручниками налоговую службу. А ще повернутися до фіскальної служби, податкової служби. Ми зараз бачимо, що от у нас в Україні словом «реформи» називають не реформи, а просто зміну керівництва. Тому що
В законодавстві нас дуже важко замінити керівництво в легальний спосіб. Тому у нас реформою називає те, що просто ліквідували міністерство, на місці його, на місці того ж міністерства називали якимось іншим словом і набирають зовсім інших кадрів. Така ж у нас була історія із судовою реформою, коли фактично було важко Порошенку звільнити суддів, які йому не подобаються. Він просто перейменував суди. І таким чином нові судді зайшли, а старі просто в ліквідованому суді вони зникли кудись. Тобто, не вважаєте ви, що все ж таки в нас от словом реформа просто міняють керівництво, щоб умовно в швидкий, більш-менш законний спосіб поставити своїх людей на місця? Смотрите, у нас йде системна, можна навіть сказати, пройшла дискредитація определенных терминов, которые несут, вот термин, который несет за собой позитив, но когда те люди, которые подходят под это определение, не справляются, так эта терминология дискредитируется. У нас дискредитированы полностью в обществе на сегодняшний день две категории. Первая категория – это слово «новые лица». Да, вот у нас было новое лицо Милованов, у нас было новое лицо Гончарук, у нас там новое лицо, там даже министр образования Новоса, да, и рассказывали про социальные лифты этих людей, да, то есть там активист Майдана, помощник министра, министр. Позор убрали, ну, халиф на чат. Аналогично там Милованов, да, он, что его заслуга. Его заслуга, что он свозил слух народа за те деньги, которые даже они побоялись открыть, вот за дурные деньги свозил в Трусковец, и сделал им там какой-то, я даже не знаю, как это правильно назвать, но люди начали шутить, что у нас есть уже Оксфорд, Кембридж и Трусковец, понимаете, по системе образования. То есть у нас вот Милованов новое лицо, да, и такие же новые лица, это Нефедов, Верланов, да, которые профессионально непригодны. Аналогичная вторая дискредитация, что произошла, я тут абсолютно с вами согласен, это дискредитация слова «реформ». Мы, ведь когда мы говорим народу, мы будем проводить реформы, ну не мы, а правительство, а руководство страны реформы, мы что подразумеваем? Мы подразумеваем, наверное, реформы, которые проводил Нельсон Мандела в ЮАР, которые проводил Ли Хван Ю в Сингапуре, Дэн Сяопин в Китае. Чи Сталин в СРСР. Ну, то были не реформы, то была другая ситуация. Но если мы говорим об индустриализации, которая проходила в СССР, то нужно вот не в Трусковец возить депутатов, а нужно им слово индустриализации, в том числе индустриализация СССР, тоже показать, когда строились Днепрогэс, когда строились, восстанавливалась страна после войны, не имея ни плана Маршалла, ничего, когда монетарная политика Нацбанка велась так, ведь не страшно деньги печатать. Страшно деньги печатать и продавать деньги как деньги, тогда они обесцениваются. А если ты печатаешь, имея национальную валюту, деньги, это основа твоей независимости экономической, и под эти деньги тут же создаются материальные ресурсы в виде инфраструктурных проектов, да, то в таком случае деньги не обесцениваются, в таком случае оживает экономика. Поэтому у нас очень многие, знаете, в любой системе координат, я абсолютно не защитник Советского Союза, я говорю о том, что в любом государстве, в любой системе координат есть какие-то позитивные моменты. Мы очень легко отказываемся всегда от всего позитивного, слышаючи тільки негативно. Да, и потом заставляем что-то негативное или берем откуда-то что-то негативное. Мы же сейчас говорим, там, Америка, Европа нам говорит свободный рынок. Окей, свободный рынок – это хорошо, когда партнеры равные, когда промышленность на одном уровне, когда наукоемкое производство на уровне. Америка на своем прикладе навіть показала, что такий открытый рынок, коли ввела квоты и щодо Китаю, навіть щодо Евросоюзу. Послушайте, ну когда под лозунгом «свободный рынок» Милованов говорит, что нужно продавать лес кругляк, то я считаю, что вот его нужно, знаете, как статья «Измена Родины». Надо возбуждать дело за измену родине, потому что только человек, который ненавидит эту страну, может говорить, что давайте продавать лес кругляк. А грамотный экономист, министр экономики, сказал бы, что
не то, что лес-кругляк, даже обрезанную доску нельзя продавать, потому что чем отличается лес-кругляк от обрезанной доски, да? Это взяли кругляк и пропустили через пилораму, ну и превратили в доски необрезанные, да, и отправили на Европу. А ситуация должна, ты как министр экономики, ты договорись с Икеей, договорись с мебельными фабриками, даже не надо Италии, Румынии, Германии, да, чтобы они поставили фабрики тут и проводили продукцию, производили. И тут создавать, давай добавленную стоимость, рабочие места. Вот это министр экономики должен чем заниматься, и правительство глубоко. Поэтому я говорю, что когда мы говорим, например, о том, что брать хорошего в экономическом сфере у мира, да, у развитых стран мира, то давайте возьмем ихний протекционизм. Давайте возьмем ихний меркантилизм. Это же тоже экономические категории, и они тоже работают. И Трамп очень жестко защищает свой рынок и лоббирует американский бизнес, и заставляет, чтобы американские товары продавались свободно везде. Не дивлячись на те, що якісь там вільні ринки, йому це не цікавить. Тому що, ну, должен же бути розговор, ну, понимаете, ведь она же реально, ну, как бы, можно сказать, как кинули, да, в этой всей ситуации. У нас есть Будапештский договор, да, который подписали страны-гаранты. По этому Будапештскому договору у нас есть гарантии безопасности. Это же совсем иншая история. Смотрите, это история, нет. Я сейчас вернусь в экономику. Я точно не хочу говорить о политике и точно не хочу говорить о военном конфликте, потому что есть для этого военные, и политологи, и политики. Но мы возьмем экономическую составляющую. Мы из-за военного конфликта, оккупации Крыма и военного конфликта на Востоке экономически пострадали? Пострадали. Ну, если мы экономически пострадали, но надо поднимать вопрос. Вот мы должны Международному валютному фонду. Мы должны международным финансовым организациям. Сегодня это общий долг где-то порядка 80 миллиардов долларов. На обслуживание этого долга только в этом году надо там подошли счета 15 миллиардов. Это же экономические категории, да? Ну так может быть нужно выставить встречные иски против стран-гарантов, против Соединенных Штатов Америки, у которых 18% акций в Международном валютном фонде, против Великобритании, страна-гарант, правильно? Против Китая и Франции. И говорить с ними, ребят, вы гаранты, то, что вы военные, там непонятно, как нам помогаете, наши люди гибнут, их люди же не гибнут, да, наши люди гибнут. Но давайте и об экономике поговорим. То получается, как мы пострадали экономически, вы нам не помогаете, а когда у нас проблемы экономические, вы нам даете только под проценты и ставите еще политические угрозы. Все остальное. То есть правительство должно использовать все возможности, все рычаги для разнопланового защиты экономики нашего государства. И Будапештский договор надо в этом плане однозначно использовать, потому что у договора есть военно-политическая составляющая и есть экономическая составляющая, как следствие нарушений Будапештского договора одним из страной-участников. Вот и все. Там же разные, по разным подсчетам называли разные цифры, но все эти цифры ущерба Украины от аннексии Крыма и от конфликта на Востоке, все эти цифры больше 100 миллиардов. Разные там подсчеты были, но все больше 100 миллиардов. А у нас долг 70 миллиардов, 80. Ну, так может, зачет надо сделать? Я думаю, это было бы дуже логично, тем паче, что если подивитися, что борги списывали, Польщі списали борги в свой час. И приблизно десь така сума была, если враховувати инфляцию по доллару. И я вам скажу более прошло. Интересный пример. Вы знаете, греков в два раза меньше, чем поляков. И в 5 раз меньше, чем украинцев. Ну, им списали 120 миллиардов. 120 миллиардов. Mm-hmm. Более того, преференции по туризму, преференции по тому, вы знаете, что греки монополию держат в мире по танкерному флоту. Mm-hmm. И в силу договоренности с греками, вот многие другие страны могли бы делать танкеры, вот им эту монополию поддерживают.
Понимаете, что поддерживают? А это же работает целая индустрия, это же работают судоверфи, это очень наукоемкое, это же не то, что у нас, нас давят, чтобы мы зерно продавали. Понимаете? А это же наукоемкая работа, где работают инженеры, это же дальше большое количество потребления металла, работают металлургические комбинаты, это высокоточная, высокотехничная работа, навигация, чего только сегодня стоит, все остальное. Поэтому неравнозначная поддержка в сторону Украины и очень слабые переговорные позиции. А от як вважаєте, в майбутньому теж будуть під словом реформи просто ліквідувати одне міністерство чи якусь службу державну і потім називати її трохи по-різному і туди набирати зовсім нових кадрів, які влаштовують керівництво держави? Я ж не можу вам сказати, от які мислі в голові у Дениса Шмигаля, з якою він програмою йшов, тому що ми цю програму не бачили. Будуть ли далі ошибки? Поки от то, що відбувається, відбувається неправильно. Ну, смотрите, от скільки розмов було вокруг об'єднання Міністерства економіки з Міністерством сільського господарства і роз'єднання. Во-первых, честно говоря, их объединение было нелогично, ну, с точки зрения логики. То есть сельское хозяйство, ну, мы же не какой-то Лихтенштейн, где земли нету, правильно? Или не Норвегия, в которой, ну, сельское хозяйство, оно там все время снегом накрыто, для них это не актуальный вопрос, для них актуальный вопрос энергоносители, да, новые технологии. То там можно что-то объединять. А у нас сельское хозяйство, это 6 миллионов 900 собственников паёв, это 28 миллионов гектаров земли только распаёвано между этими собственниками, 12 миллионов только в госсобственности. У нас сейчас это острый вопрос, дискуссия в обществе по поводу того, какие следующие шаги по земельной реформе. Конечно, должен быть грамотный, сильный министр сельского хозяйства отдельно, который должен заниматься размышлениями и реализацией программы по глубоко интегрированной индустриализации сельхозпродукции, экспортно ориентированной, да, потому что в 21 веке страна, которая производила и производит еще пока самолеты, искусственные алмазы, вертолеты и так далее, то, что мы экспортируем зерно, а потом покупаем их мясо, которое они кормят с этого зерна, покупаем их виски, которые делают с этого зерна, и водку уже покупаем, и все остальное – Это просто позор, и это очень легко сделать. Поэтому вот такие реформы точно не нужны. Ведь люди, которые инициируют эту реформу, не понимая, что делать, они же просто отвлекают общество. Это же люди непрофессиональные, которые говорят, я вот сделаю реформу. Реформа заключается тем, что или два этих яблока в одной вазе, или я вам сейчас сделаю реформу, я сейчас яблоки выму из вазы и разложу их по столу. И скажу, вот я сделал вам реформу на вашем столе. Ну, вы же понимаете, что я либо бардак сделаю сейчас и начну это перекладывать, и отвлекаюсь, да? Либо, ну, результата точно не появится. Вот посмотрите то, что мне очень близко, что сделали с государственной фискальной службой, да? В принципе, весь мир цивилизованный движется к объединению, потому что информационные потоки таможни и налоговой службы, они однородны. Функция и та – доходы бюджета. В одних руках, когда есть движение товара от импорта и заканчивая продажей последнему потребителю и налоговая нагрузка на каждом этапе, это всегда только удобно. Помимо этого организующей функции, да, одна бухгалтерия, один отдел кадров, один хозяйственный отдел, меньшее руководство, потому что там количество департаментов, департамент информационных ресурсов. Он есть один, да, или там департамент экономического анализа, или аудита, да. Сегодня опять разъединили под лозунгом реформы. Да? Имеем, но мало того разъединили, мы уже ноу-хау. У нас уже осталась старая фискальная служба, в которой работает налоговая милиция, потому что не создали службу финансовых расследований, которую президент еще поручал создать в начале до 30 октября, потом до 30 ноября. Уже сегодня заканчивается март месяц, уже новый премьер, уже то правительство не справилось. И пока ни законопроекта, ничего, а спорят в кулуарах,
кому руководитель службы финансовых расследований или бюро там называют, или как угодно название тоже, как будто от этого что-то зависит, кому будет подчиняться, или президенту, или премьеру, или министру финансов. Я сразу скажу, что во всех странах мира подчиняется министру финансов, во всех странах мира. И во всех странах мира, вообще, вот взять Англия, да, имперское государство, ну, там, бюджет триллионы, влияние колоссальное. Налоговая и таможенная служба Ее Величества одна, объединенная. Объединенная еще была Гордоном Брауном, когда он был министром финансов, потом премьер-министром, да. И в этой службе департамент финансовых расследований, вот налоговая милиция, так называемая. Все. Вот она работает, вот есть полная синергия, вот люди, которые ведут аналитически, сопровождают предприятия. Если видят риски, тут же подключается аудитор. Если риски несут криминальный характер и большая сумма, тут подключается этот департамент финансовых расследований, это спецагенты, это уже офицеры, это люди, которые изучают на предмет уголовной ответственности. И все, и система работает, нет. Мы сегодня по факту с этими реформами получили налоговую службу Украины, таможенную службу Украины, фискальную службу Украины, три получили везде. Еще есть бюро еще зарубить. Будут думать, да. Знаете, это мне напоминает, как борьбу с коррупцией времен Порошенко. То есть коррупция процветает, но говорит, давайте создадим НАБУ, пресса, общественные организации, общественный совет НАБУ, конкурсы, год создаем НАБУ, создали. Теперь, чтобы НАБУ работало, у нас же прокуроры все коррупционеры, ну так они говорили, да? Надо создать специализированную антикоррупционную прокуратуру. Ну ничего, что она из числа тех же прокуроров, ну пару общественников туда довели, конечно, но если у вас прокуратура коррупционная, так поменяйте генерального прокурора. Поставьте его некоррупционного, и он будет, ну, все нормально. Порошенко не може бути некорумпованим, він тільки некорумпований. Создали спеціалізовану антикоррупционную прокуратуру, создали Государственное бюро расследований, создали спеціалізований суд, создали Национальное агентство противодействия коррупции, которое отдельно деклараціями занимается, как будто налоговая служба не может деклараціями заниматься. Вот создали 5 структур, которые носят антикоррупционный характер. При этом коррупционные преступления Генеральная прокуратура продолжает заниматься, СБУ продолжает заниматься, МВД продолжает заниматься, антикоррупционные органы есть в той же налоговой службе, департаменты посоздавали антикоррупционные везде, в Кабмине, вот везде, да? То есть 12 органов занимается у нас коррупцией. Проводим анализ ожидания общества в 2014 году, когда начали это все создавать, и на выборах, почему и был такой катастрофический результат для партии власти, что коррупция общество оценивать стало больше, бардака стало больше. Сегодня люди, которые работают в правоохранительной системе, вам четко не расскажут структуру и функции каждого из этих новосозданных правоохранительных органов. То есть барда. А, еще же люстрацию провели к этому. То есть вот люстрация нам поможет. То есть взбудоражили общество, отвлекли реформами. На самом деле сели на потоки, все потоки работали, вся коррупция работала. Более того, работала коррупция в Укроборонпроме, работала коррупция, мы же видели эти скандалы, когда продавались бронежилеты нашим детям фактически, да, потому что это наши дети там 20-летние, которые не защищали и на этом зарабатывали. То есть уже не то, что коррупция, мародерство было. Але все ж таки, у нас в Україні різні дані говорять щодо того, що країна втрачає внаслідок контрабанди. Ми знаємо, що через кордон у нас просто потоки цієї контрабанди, там цигарки, там це і дуже багато іншого. Хтось каже, що об'єму тієї контрабанди 100 мільярдів, хтось називає інші цифри. А от реально, якщо ви як спеціаліст, яку суму грошей недоотримує наш бюджет з того, що в нас просто є така проблема і фактично в нас не працює з цього приводу ті служби, які повинні за цим слідкувати? Смотрите, приблизно, так, как, я понимаю, знаете, это как оценка теневой экономики. Вот 10 экспертов по разным критериям
могут оценивать теневую экономику и говорить, что у нас теневая экономика равняется нашему ВВП. И обоснуют. Другие обоснуют, что теневая экономика является 2 ВВП. И тоже это обоснуют. Потому что можно оценивать там, на основании потребительского спроса, что он намного выше у нас, чем легальные доходы населения. Значит, говоришь, много нелегальных, нелегальные – это теневая экономика. На самом деле, если взять так прагматично, то надо просто уметь теневую экономику потихоньку сегментарно легализировать. Но то, что она есть, она позволяет государству Украины как-то существовать в плане того, что люди выживают. Я не говорю, что это хорошо, я констатирую факт, а дальше и должна быть программа правительства, как дальше действовать. У нас пока все программы по фискализации. Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, я подойду по такому. Вот смотрите, до сентября месяца, до прихода Нефедова, фактически к руководству, таможня выполняла планы. Более того, таможня выполняла планы с 2000 года. Вот при всех президентах, премьер-министрах и, соответственно, главах налоговых, главах таможенных служб страны с 2010, с 2000 года, с 2000 года по 2019 год, это 20 лет, таможня всегда выполняла планы. И до сентября выполняла планы. Приходит Нефедов, и у него вот все это разваливается. Но оно ж не уходит куда-то, да? То есть в сентябре не упал на 30% потребительский спрос. В сентябре, и когда он пытается рассказывать, что мы стали меньше собирать, потому что в начале года доллар был 27, а в конце года доллар был 24,5. Поэтому вот упали платежи на таможне. Дорогой мой, ты ж не в начале года пришел. Ты пришел в сентябре. В сентябре доллар был там в районе 25, он 25,5 пусть. То есть он с 25,5 упал там до 25 до конца года. То есть он упал на копейки, а не на 10%. Но почему у тебя платежи упали на 30%? На 30%. То есть таможня с приходом Нефедова не добирает каждый месяц в районе 10 миллиардов гривен. Куда делись эти деньги? Просто, эти можливо, якщо в бюджет вони не потрапили, вони потрапили до когось іще. Вот именно. То есть это пошел, они попали в незаконный оборот. Что такое незаконный оборот, связанный с таможней? Это контрабандные потоки. Потому что утеряна административная роль, утерян контроль за подчиненными, неправильная кадровая политика. Начались потоки, когда идет четкая информация, что вот фирма в Черноморской таможне завозила ткань и растамаживала, например, каждый контейнер там с расчета 2 миллиона гривен, стала растамаживать с расчета 1 миллион гривен после смены руководства. Но возникает вопрос, почему? Но та же фирма, та же ткань, тот же поставщик, и вдруг цены стали меньше, и вдруг стали... Есть какие-то критерии риска, когда, кстати, тут очень осторожно, потому что многие таможенники на этом играют, вот с этими индикативами, они их оборачивают против людей, потому что когда у человека есть реальный инвойс, реальный производитель, и ниже каких-то индикативов его заставляют растамаживать дороже, это тоже против бизнеса работает. Но есть и другая ситуация, когда фирма посредническая, то есть которая... связана с брокерами, связана с реальным сектором экономики и осуществляет для них услуги логистические. Да? И эта фирма говорит, я растаможу тебе дешевле. Вот вы завозите ткань, за сколько ты завозишь? Я там растамаживаю ее там, $8 килограмм, например. А я тебе растаможу за 4, но ты мне там $1.5 дашь... Ну, тобто так, тобто да. Вже конкретно вот корупційна складова. Да, включилась корупційна составляюча, включилась неправильна кадрова політика, включилась відсутствие контроля зверху донизу за підчиненими, а бізнес, він же одразу реагує. Це ж абсолютно нормальне бажання бізнесу платити менше, звісно. І якщо бізнеса підталкивають, а спрос визиває предложення, якщо пішов спрос,
таможенников, которых не контролируют, которым неправильно их дезориентировали. И когда они видят, что они могут тоже заработать, а тут же реформа, а реформа их к этому подгоняет. Потому что такое реформа? Всех выведем за Штаты, всех назначим. И так 3 раза за год. Их всех переаттестовывают. Да? Когда звучит о том, что надо переаттестовать работников таможни или работников налоговой, звучит от кого? От Верланова и Нефедова. А кто вы такие? Вы что, специалисты? Ну, если бы это говорил там Макаренко, который был начальником таможни когда-то, да, там другие руководители, то это хоть можно было бы понять, да. А когда пришли случайные люди, аморальные, непрофессиональные, не умеющие работать, полностью погрявшие во всех коррупционных скандалах, коррупционных схемах, завалившие показатели бюджета, да, из-за которого сейчас у нас не финансируются субсидии на медицину, из-за которых заморозили 1 марта, не проиндексировали пенсии, да, 12 миллионов пенсионеров, заложники бездарности и коррумпированности Нефедова и Верланова. Это что такое вообще? Ну, реально неадекватна ситуація. Але от якщо ми подивимось не тільки на українські компанії та імпортерів, експортерів, а якщо навіть на корпорації закордонні, які теж не сплачують в Україні податки. Вони фактично працюють в Україні, але не сплачують податки. Наприклад, корпорація Google. Ми бачимо, що в Європі є спроби примусити ці корпорації платити. І це вже спричинило скандал, тому що Трамп вже із океану кидає блискавки та говорить, що я вам забороню імпорт вина до Сполучених Штатів, якщо ви нам, наші компанії, будете обкладати податком. Я так розумію, що по логіці Трампа повинні ці компанії податки сплачувати саме в Америці, а не в якісь там інших країнах. От яким чином в нас в Україні от такі гігантські корпорації примусити платити податки? Вони фактично ж тут працюють, заробляють. Чому вони не платять податки? Смотрите, мир переходить в цифрові технології. Якщо буквально там 10 років назад при слове «электронные деньги» все боялись и как бы, ну, были насторожены. А да, теперь криптовалюта у меня же даже тут есть. Да, и первые, да, первые биткоины все воспринимали как какая-то афера, а сегодня многие люди, там, кто в каком-то в золоте, кто в долларах, кто в евро, кто в биткоинах или в других цифровых деньгах, ведет свой бизнес и достаточно успешно, и они котируются уже на рынках как нефть, как газ и все остальное. И нужно, конечно, кабинету министров, прежде всего кабинету министров, очень пристально на этот рынок смотреть, потому что действительно две составляющие, которые государство должно учитывать, это антимонопольные составляющая и налоги. Я бы вот тут с двух сторон бы подошел, потому что если мы говорим за тот же Google, то Европейская комиссия оштрафовала Google за антимонопольные нарушения на 5 миллиардов. А если мы говорим за налоги, то начисление штрафов там в районе 2,5 миллиардов в Европе. Да? То есть в целом претензий было на 7,5 миллиардов. Я сторонник того, что у нас тут есть представительство, да, и Google, и Microsoft, и Фейсбука и других социальных ресурсов и крупных компаний, с ними нужно начать диалог. С ними нужно выводить в уровень законопроектов, потому что это же компании наукоемкие, это компании, которые влияют на жизнь каждого человека. И, наверное, да? На политику. Да, на все, вот. Конечно. Ну, у нас последние выборы. Вообще Трамп выиграл за счет именно использования качественного интернет-носителей. И наш сегодняшний президент тоже основная доля успеха была за счет правильного использования социальных сетей и интернет-ресурсов. Поэтому с этими компаниями нельзя рубить там с плеча. Вообще экономика не предполагает резких движений. Вот это как слон в посудной лавке. Это не про экономику. Но должен быть законопроект, должна быть дискуссия, должны предлагаться эти компании, потому что, ну, начиная даже, когда мы говорим там про интернет-магазины.
Ведь задача власти – обеспечить, чтобы все участники рынка играли по одинаковым правилам. И когда вы приходите в сеть «Фокстрот» и покупаете холодильник в магазине, платите при этом ПДВ, в том числе ПДВ, и плательщиком ПДВ является «Фокстрот», платит по результатам отчетного периода и платит все остальные налоги, то по интернет-магазину зачастую вам привозят товар, да, получается какие-то там, если по безналу, так на ЧП, потому что никто не видит оборота данного ЧП, да, или просто там кэшем рассчитались, гарантийный талон получили и все остальное. Поэтому это в неравные условия рынка. Поэтому интернет-магазины должны быть зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость. Что касается вот таких крупных игроков, то есть у нас пошли фискализировать ФОПов, да, физических ФЛП, физических лиц предпринимателей. Пошли фискализировать, пошли ухудшать их условия. Нет, вы начните с крупного бизнеса, вы не трогайте людей. Крупный бизнес, который представлен в интернете, должен быть зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость. Это страшно. И каждая транзакция такая, что вот если я захожу что-то покупать, вот этот стол, да, в интернет-магазин, то на удаленный доступ должен быть, например, у Министерства финансов или у налоговой службы. И копия этой транзакции должна фиксироваться на сервере либо налоговой службы, либо Министерства финансов. Это приблизительно то, что происходит с лотереями, когда вот они были легальные, украинская национальная лотерея или Молодь Спорт Лото, МСЛ, да, то там Минфин фиксирует каждую транзакцию. Поэтому и тут все, что касается интернет-торговли, должна фиксировать, пожалуйста, это твой бизнес, но он должен вестись на таких же правилах, как, в магазине, как в магазине. Вот и все. Аналогично, я закончу, аналогично с Гуглом, аналогичная ситуация. Они представляют какую-то рекламу, они должны за это платить. Они представляют, ведь они ведут деятельность на нашей территории. На нашей территории у них точка доходности. Да? И если мы смотрим рекламу чего-либо тут, но мы являемся им потребителем этой рекламы, как продукта, да, и потом, как следствие, потребителем того, что они рекламируют. И получается, что мы сегодня скачиваем фильм, например, за каких-то $10, и эти $10 уходят, как вы правильно сказали, туда, в Калифорнию. Очень хорошо. Мы рады за Калифорнию, что Калифорния сегодня самый богатый штат Соединенных Штатов. И если взять отдельно, это 7-я экономика мира. То есть бюджет Калифорнии равняется бюджету Франции. Прекрасно. Ну, давайте подумаем о бюджете Украины. Если гражданин Украины скачивает фильм за $10, то пусть в Калифорнию идет 8, да? А $2 налог на добавленную стоимость, который уплатил наш гражданин, наши деньги на территории Украины, у нас смотрит фильм, эти $2 должны поступить в бюджет Украины. Потом поговорим о налоге на прибыль. Но с чего-то надо начинать. Вот и все. Дякую, на жаль, час нашої програми вичерпано. З нами був економічний експерт Юрій Атаманюк. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!